Ярцев отошел назад сейчас. Билич. Станич. И подключается Ярник, атаки, удар! Блестяще! Блестящий гол, добавленный арбитром время. Сколько уже мячей забивается в добавленные арбитром минуты, а? И вот в самом конце первого тайма цель достиг, прекрасный удар Роберта Ярни. Левого полузащитника сборной Хорватии, выступающего в испанском клубе «Бетис». Станич подключил Ярни к атаке, и тот метров с 20 нанес удар. Мяч коварно, коварный удар, мяч подпрыгнул перед Андреасом Кёпке и улетел в сетку.